Добрый день, дорогие друзья, и мы на канале Smart Tourism. В этом видео я познакомлю вас с новым эко-отелем VIP-класса Nirvana Lagoon Villa Suites and Spa, который был построен в 2014 году. Расположен этот отель в районе города Кемер, в поселке Бельдиби. Сейчас вы видите на своем экране главный корпус этого отеля. Заходим туда. Ресепшн. В главном корпусе находится большой спа-салон, который вы сейчас видите. Это витаминный бар на выходе из спа. После релакс-процедур самое время выпить свежевыжатый сок. А это современный тренажерный зал. Сейчас мы переходим на территорию отеля. С правой стороны от главного ресторана, если смотреть лицом к морю, расположены виллы. Номер одной из них мы сейчас с вами и посмотрим. Номера в этих виллах называются Lagoon Deluxe Suites. Это двухкомнатные номера. Мы сейчас с вами смотрим первую комнату. В каждой комнате есть свой балкон и своя дверь. Вид из балкона прямо на главный корпус и ресторан. Переходим во вторую комнату. Как вы заметили, в номере есть мини-плита, холодильник, чайный и кофейный набор, кондиционер. На дверях есть раздвижные москитные сетки, поэтому в вечернее время комары будут не страшны. Эти виллы имеют свой собственный бассейн, который вы сейчас и видите. Между комнатами есть небольшой коридор, с которого есть выход в ванную комнату. В ванной комнате есть отдельная кабинка с душем и туалетом.
На территории отеля очень много зеленых насаждений. Есть оливковые деревья, которым не одна сотня лет. Гостиница позиционирует себя как эко-отель. При строительстве этого отеля не пострадало ни одно старинное дерево. У отеля очень красивая территория. Сейчас мы направляемся к пляжу. Пляж в этом отеле очень большой, протяженностью 900 метров. Сам пляж песчаный, а вот заход в море галечный. Для удобства захода в море с берега выложили дорожки из мешков с песком. Также для VIP-гостей отдельный участок пляжа. У отеля есть большой концертный зал, в котором проходят вечерние шоу-программы. А это центральный бассейн этого отеля.
Есть детский игровой центр с различными аттракционами и боулингом. Сейчас вы видите один из а-ля-карт ресторанов этого отеля. У отеля есть диско-клуб. Есть волейбольная площадка прямо на берегу моря. Сейчас вы видите главный ресторан в утренние часы. Утро возле главного бассейна. У отеля есть свой кинотеатр. Чем еще может похвастаться отель, так это очень большим детским клубом. Деткам тут точно не придется скучать. Есть и игровые приставки. Thank you.
вечером ездит паровозик и собирает детей на вечерние детские шоу, которые проходят здесь же. А вот сейчас вы видите виллы, которые находятся в Сосновом Бору. Здесь ощущаешь полное единение с лесом и начинаешь понимать, почему отель называется Нирвана. Послушайте звук леса и пение птиц. Это настоящая релакс-зона. А сейчас мы с вами плавно приближаемся к аквапарку, который в этом отеле довольно-таки большой. Время работы аквапарка. Тем, кому нужна тишина, рекомендую поселяться именно в этой части отеля, в районе аквапарка. Здесь виллы полностью автономны, у них есть свой бассейн. А если еще заказать рум-сервис, то можно ощутить себя на острове. Вообще, это уникальный отель. Здесь есть места, где вы найдете полную тишину и покой. И есть места, где вам будет весело и шумно. Этот отель подходит как для семейного отдыха, так и для молодежи.